Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я буду играть на сайте Часточком. Блиц, погнали. Так, d4, g6. Хочу сыграть с ним g7. Так, давайте конь f6, d6. И можно с ним g4. Давайте возьмем. И сыграем далее c6. c6. Так, можно далее как-то сыграть h6. Ну, давайте рокировку сделаем. Он тоже сделал рокировку и играем Е5. Размениваем. После размена я атакую его ладью. Он сыграет ладья Д1. Из одной из ладей возьмет и сыграет Д1. Так, ну не играет. А, может быть, разменять как-нибудь. Давайте разменяем, разве не пешеную структуру испортим. И Ф5. Атакуем. Так, можно сыграть здесь. Так. Разменяться как-то. Забрать пеш. А, нет, все равно не забирать, но можно h5, g5 и g4 как-нибудь. g4 далее следует у нас. Так, давайте сыграем g4, разменяем. И что можно здесь разменять? Так, поменяли. И соперник у нас из Японии. Так, можно сюда. Он сыграет конь f5. Да, он играет конь f5. Давайте коня активируем. И что сыграем еще? С ладьей 8 к ним ладью подведем. Ну, конечно, коня отводим, чтобы ладья не съела. Так. И можно сыграть, ну, конь h5, еще ближе к нему стоять. Можно еще ладья f7, ладья f8 и еще больше атаковать. Мы защищаем, конечно, здесь же ничего не будет. Мы же защитили. Давайте разменяем ладьи у нас. Ладьи у нас должны разменяться. Так. Стоп, мне кажется, здесь... Можно... Ну да, можно, вроде бы. Стоп. Зачем я так сыграл? Блин, кажется, я что-то перепутал. Я вроде бы был какой-то план, но... Я не помню, какой план. Я хотел его осуществить, но не получилось. Ну ладно, сыграл ладья g6. Еще ближе к нему подойдем. Ну, он больше давит. Да. Давайте, король g6, ничего. А, ну да, это уже проигрыш. Давайте так, я еще просто ладья f5 возьму. Ну, это да, уже проигрыш на позиции. Здесь нечего дать. Да, это уже... Уже забирать осталось. А, ничего. Все, постараюсь слон f6 сыграть как-нибудь. Шах, и можно конь f4, но он как бы зажал. Он еще атакует на коня, но стоп, пока сдаваться не надо. Возможно, я могу выиграть как-нибудь его. А, шах, можно забрать. Он забирает пешку, я забираю так. Да, ну там... Так, ну можно e4, конь c5, как-нибудь подкрепиться. И давай слон f4, чтобы далее продавить. Задвинуть пешку, точнее. Предложим как бы ничью, надеюсь, он примет, потому что у меня уже позиция плохая, и на выигрыш пока что не могу. Не могу сказать, кто выиграет. e3 мы можем далее. Е3. Давайте сюда. И конь g3. Здесь игра на время, что ли? А, ну все. Конь еще сюда. Т.
Так, можно тогда хотя бы забрать пешки. Реально, мы же забираем. Так, стоп. Давайте забираем. И нужно, чтобы... Такой вот маршрут я придумал. Ничего, пусть приближается. Шах следует. Блин. Ай, блин. Он не съест. Блин. Гадкий. Так. Так. Пока что нормально. Шах. Блин, мат, фух, на последних секундах с трудом выиграл, но реально не надо сдаваться, вот я смог выиграть. Надеюсь, вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, дорогие друзья, всем пока-пока.